12 июня в нашем регионе пройдут тысячи культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. В этом году День России совпал с православным Днем Святой Троицы, поэтому в Ульяновске пройдут события, посвященные двум этим праздникам, важным для россиян. Центральным мероприятием Дня России станет церемония поднятия флага. Она состоится в 12:00 на площади Ленина с участием руководства города и области, заслуженных работников отраслей и горожан. Есть ряд акций, мы в них принимаем участие. Тема всех мероприятий – чествование героев России, их подвигов и побед. То есть мы чествуем выдающихся полководцев, воинов, государственных деятелей, деятелей науки и искусства. И я так полагаю, что это не случайно, потому что 22-й год – это год 350-летия Петра Великого, поэтому именно эта тема тоже будет отражена и в торжественном открытии на площади Ленина 12 числа. Центральные мероприятия празднования Дня России пройдут на площади Ленина, Соборной, Эспланаде, бульваре Новый Венец, в скверах Карамзина и Возрождению духовности. С 13 до 16 на площади Ленина выступит ансамбль песни и танца «Волга». Артисты вокальной студии «Соло» представят мюзикл «Красная шапочка». В 19:00 на площади Ленина начнется концертная программа с участием театра танца 21 век, арт-федерации, эстрадного балета «Экситон». В 9 часов вечера перед ульяновцами выступит певица Марина Девятова. Сразу после выступления звезды жителей ждет праздничный салют. Празднование Троицы пройдет в сквере Возрождения духовности. Здесь будет работать более 20 площадок. Духовные песнопения, как я уже ранее там говорила, они будут обязательно в День Святой Троицы. И эти песнопения исполняют удивительные, замечательные коллективы. Архиерейский детский хор «Радость» и народный коллектив, вокальный ансамбль «Элегия». Будут работать площадки за народную песню. Те, кто любит петь, те, кто знает народные песни, да, не знают, но просто любят петь, можно приходить и можно будет самому участвовать в исполнении народных песен. В День России в Ульяновске будут приняты меры безопасности. По периметру площади Ленина выставят ограждение. Также будет выделена зона безопасности для проведения фейерверка. Места проведения мероприятий как народные дружинники совместные патрули будут созданы из полиции, так и сотрудники полиции. В вечернее время в месте проведения выступления звезды эстрады, это то есть площадь Ленина, будет обоснован периметральное ограждение. Граждане должны туда допускаться после прохождения арочек металлов тендер, то есть после проверки. В День России для ульяновцев также пройдет первый в Поволжье чемпионат по киберспорту виртуальной реальности, мастер-классы от олимпийских чемпионов и речное шоу на реке Свияги. Общественный транспорт Ульяновска в День России будет работать до полуночи в режиме буднего дня. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.